Всем привет, с вами Десант Транспорт. Сегодня у нас на осмотре перед торгами John Deere. John Deere опрыскиватель 9830. Будет он 15 числа. В общем, посмотрим его немножко. Если кому-то интересно, то можем вам приобрести. Часов 3000, почти 500 часов на этом экземпляре. Довольно он чистый, работает четко. Стартанул сразу. Я его только что стартанул. Для 2009 года довольно неплохое состояние. Моторчик у нас работает. Так, он у нас функционирует полностью, двигается, едет вперед, едет назад. У него есть радио. Стофутовые штанги у него. На этих штангах есть вот такие небольшие. Одну я нашел сварку. 2009 год, одна сварка. Две, вернее, вот еще одна сварка. Есть три бумтрека. Вот это первый, второй. Эта комплектация неплохая. 1000 галлон у него бак. Это около 3700-3800 тонн. Будет продаваться на ставках 15 декабря. Там сварки нету, я проверял. Кому интересно, пишите, звоните. Новая резина на нем. Потеков внутри я не наблюдаю. Снаружи тоже. Здесь тоже потеков масляных нету. Здесь все сухо. Здесь тоже все сухо. Колеса получается выходят. В общем, вот такой аппарат. Тут вижу, как будто вот это место подкрасили. А есть вот такая ржавчина. Колеса одинаковые, все четыре колеса новые. Вот это один центр у дилера новый, 1600 баксов, кажется, стоит. Потеков там тоже я не наблюдаю. Что, пишите, звоните, есть также смешивач. Кому интересно, дайте знать, куда мы отправим. А уйдет он на торгах примерно от 90 до 110 тысяч долларов. Я так предполагаю. А там посмотрим. Еще раз, 2009 год, 4830, John Deere опрыскивать. Десант Транспорт, дайте знать, читайте описание, там есть номера телефонов. А вот здесь тоже подкрас я вижу. Вот это место подкрашено. И вот это. Тронули они. Освежили его, так сказать. Всем пока!